Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же изменится в ближайшее время к вашей радости? Документы или обучение? Давайте смотреть подробнее. Скорее всего, документы на какую-то поездку. Может быть, на возвращение куда-то или наоборот, отъезд куда-то. У кого-то может быть переезд очень, очень ярко, потому что документы крупные. Тут все крупные карты, два старших аркана. Вот. Все говорит о поездке куда-то. Куда-то вы поедете, хорошие мои. Скорее всего, к семье или с семьей что-то связано. Но будете чувствовать вы себя. Хотя сейчас это все от вас, скорее всего, закрыто. Вот. Может быть, и результат закрыт. Может быть, вы только начали оформление каких-то документов. Ну, смотрите, у кого-то, кстати, может быть, вы ждете вызов на работу. Я имею в виду, может быть, вы работаете в другом городе или даже в другой стране. Вот. И вот поездка состоится, очень благоприятная поездка, хоть с родственниками, хоть к родственникам, да, какая-то поездка или на работу, очень шикарно выходит. Женщина там какая-то будет русая, русый оттенок волос от светлого до темного, ровесница или постарше вас, такая улыбчивая, доброжелательная к вам с какими-то радостными новостями. Но это уже в поездке конкретно. Вот. А новости, скорее всего, от нее, но касаются какого-то чувства какого-то мужчины. Мужчина-шатен с голубыми или зелеными глазами. Обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Но вы как-то закрыты от него. Встреча будет 100%. Для кого-то может быть знакомство. Знаете, тут очень может быть проиграется ситуация, когда встретитесь, может быть, с какой-то знакомой женщиной, и она вас познакомит со своим сыном, потому что женщина, скорее всего, постарше. Вот. Ну, или с каким-то своим родственником. Или, возможно, вы просто с этой женщиной будете в кафе, к примеру, пить кофе и познакомитесь с мужчиной. Вот. Но у кого-то действительно встреча будет со знакомым уже вам мужчиной. Вот. Но здесь нет четкого указания, были с ним отношения или не были. Вот. Но в любом случае это не бывший муж и не мужчина, с которым у вас было совместное проживание или какие-то длительные отношения. То есть если отношения даже и были, то такие легкие, может быть, роман, переписка, вот что-то такое. Вот. Но все говорит здесь о поездке. Поездка, радостные новости, прекрасное оформление документов. Поездка вам во благо. Тут много пентаклей. То есть, если вы собираетесь куда-то переезжать или возвращаться, да, или просто даже поехать, все, или поехать на работу, то есть работать куда-то в другой город или другую страну, очень благоприятно. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И регистрируйтесь на курс обучения Таро. Всего за 4 занятия реально начнете предсказывать сами. Сможете сами просматривать свое будущее. Самое главное понимать, что там карты вам говорят. Да, еще я провожу сейчас прямые трансляции в моем канале Telegram. Кто хочет поучаствовать именно в прямых трансляциях, переходите по ссылочке. Ссылочку на мой Telegram-канал вы найдете внизу. Только в описании.